как понимать людей? Вот вопрос, который волнует, пожалуй, каждого, чья работа так или иначе связана с взаимодействием с людьми. По этому поводу прикладное направление психологии НЛП дает полезные сведения. Это принцип карты и местности. Местность – это окружающий мир, а карта – это упрощенный вариант этого мира, который каждый человек рисует в своем сознании. И НЛП утверждает, что карта не тождественна местности. Местность всегда более разнообразна, более глубока, более многосторонняя, чем та упрощенная карта, которая находится в голове у каждого человека. Вот мы смотрим на лес и про себя думаем. Вот дерево, вот еще одно дерево, а вот трава, а вот пенек. Но эти символы не отражают всей той глубины тех вещей, которые мы видим. И сложности во взаимопонимании основываются на том, что карты разных людей отличны. Мы смотрим на одно и то же, но каждый для себя вносит свои штрихи в свою карту. Некоторые вещи мы вообще не замечаем, в то время как другие люди уделяют им особое внимание, и эти вещи занимают особую позицию в их картах. Одна или другая карта не является лучше или хуже. Важно то, насколько, какую свободу действий предоставляет нам та или иная карта. Если в моем видении мира существуют какие-то ограничивающие убеждения, то моя способность действия очень ограничена. В то время как, если я обладаю картиной мира, картой, которая позволяет широкий диапазон действий, то я более эффективен. В процессе своей жизни мы постоянно корректируем свои карты, мы вносим новые штрихи, мы отказываемся от того, что считаем неэффективным. Взаимодействие с людьми, чья карта более детализирована и позволяет более успешно вести свою жизнь, мы по аналогии с их картой вносим штрихи в свою карту мира. Это очень полезная и важная идея о карте и местности. Если вы будете помнить о том, что у каждого человека своя собственная карта, которая позволяет ему видеть мир его особенным способом, то вы перестанете пытаться навязывать другим людям свою картину мира. Вы перестанете пытаться убедить людей, что вот на вещи надо смотреть именно так, потому что каждый человек убежден в правильности именно его картины мира. Если мы научимся понимать это, если мы зададимся вопросом выяснить, как именно этот человек смотрит на мир, то мы легко найдем общий язык с этим человеком и как следствие добьемся тех целей, которые мы ставим для взаимодействия с этими людьми. Карта мира, местность. Вот те идеи, которые помогут нам лучше понимать людей. С вами был Антон Деркач. Если это видео интересно и полезно для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы первыми узнавать о выходе новых выпусков. Я желаю вам удачи. Увидимся в новых видео.